Здесь нет балкона, бельетажа и амфитеатра. Все зрители сидят в первом ряду, а сам театр размещен в карете скорой помощи. Машины готовы приехать ко всем нуждающимся в театральной терапии. Это балаганный вариант, выездной. Есть много таких мест, откуда, например, дети с трудом могут приехать в наш театр. И мы предложили это сами департаменту по культуре, что давайте мы сделаем такой проект, нам нужна для этого вот такая машина, типа скорая помощь. Сейчас театр «Тень» оказывает скорую театральную помощь жюри фестиваля «Золотая маска». Проект является претендентом на победу сразу в трех номинациях: лучший режиссер, лучший художник, лучший спектакль театра кукол. Представление состоит из нескольких 10-минутных постановок. За час зрители могут увидеть сразу все легендарные оперы. От «Мадам Баттерфляй» до «Кармен». Маленькие актеры поют голосами больших оперных звезд, а танцуют под руководством двух актеров театра. Они же легким движением руки меняют декорации. Только что на сцене был Иван Сусанин, теперь уже Евгений Онегин. Очень здоровская идея, здоровская воплощена. И когда нам рассказали еще, что этот театр-мобиль перемещается по улицам и зазывает на представление обычных прохожих, по-моему, это здорово. В копилке театра «Тень» уже 9 золотых масок. Неоднократно он побеждал в номинации «Театральный эксперимент». Ведь кроме спектаклей в скорой помощи, есть много других уникальных форм. В этом театре 999 лиликанских и всего 6 настоящих зрителей. Они сидят снаружи и наблюдают за происходящим на сцене через маленькое окошко. Ввиду небольшого количества зрительских мест в зале и большого числа желающих, в очереди за билетами на такое представление можно стоять до 2 лет. На 10 обычных актеров в театре приходится более 1000 актеров лиликан. Родиной этого необычного народа является театр «Тень». Каждая из 5-сантиметровых кукол имеет свое лицо и свой характер. Один из примеров, да, вот у него поднимаются ручки, то есть он может же жестикулировать. Механизм у них самый простой, но учитывая масштаб куклы, конечно, это все такая ювелирная работа. В рядах лиликан небольшое волнение, ведь уже в сентябре в театре стартует новый конкурентный проект «Кукольное кафе». Люди будут приходить к нам на вечер и здесь сидеть будут за такими вот круглыми столиками. У них будет 2 меню. В одном меню будет кукольная пища, которая будет кукольного размера и при этом выполнена в такой театральной манере. А с другой стороны у них будет меню «Пища духовной», где зрители могут выбрать, какую именно из там 32 пьес Шекспира они хотят посмотреть сегодня. В роли сцены здесь выступит обычный кухонный комод, а зрители будут сидеть за буфетными столиками. Форма совершенно новая, а значит театр снова может претендовать на золотую маску. Татьяна Ларионова, Иван Чистяков, ТАСС ТВ, Москва.